Здравствуйте, в студии Ленара Строчкова. В эти выходные нас ожидает очень жаркая погода. Температура воздуха днем поднимется до 35 градусов. В ночное время тоже достаточно тепло, температура прогреется до 22 градусов. По-прежнему облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Порывистый юго-западный, северо-западный ветер до 17 метров в секунду. Низкое атмосферное давление 708 миллиметров ртутного столба. 28 июня свой профессиональный праздник отмечают работники средств массовой информации Республики Казахстан. Дорогие коллеги, это наш с вами праздник. Желаю всем нам крепкого здоровья, творческого вдохновения, профессионального роста и благополучия вам и вашим семьям. На следующей неделе, согласно прогнозу, жара чуть спадет, местами пройдут дожди. Днем столбики термометров покажут плюс 17-24 градуса, максимально воздух прогреется до 28 градусов, а ближе к ночи опустится до 7-18 градусов. Ветер северо-западный, юго-западный 7 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 712 миллиметров ртутного столба. Телекомпания «Пятый канал» желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Оставайтесь с нами на «Пятом».